Вновь звучит благая весть, и светлеют лица. Хорошо нам с вами здесь радостью делиться. Для того рожден Христос, чтобы в мире этом меньше было горя, слез, больше было света. Он родился, чтобы обнять нас любовью вечной, путь на небо указать к жизни бесконечной. И поэтому звучит радостное слово, и скорбящим мир дарит Рождество Христово. Аминь.